Несмотря на эти дрязги какие-то там с Ксенией Собчак, которая, на мой взгляд, я согласен с Навальным, лучше бы занялась там издательством какого-нибудь модного журнала и продолжала этим заниматься, не тратила время. Вот. То есть Навальный, на мой взгляд, просто смелый человек, очевидно. Я думаю, очень честный человек. Если 2 миллиона человек выйдут и проголосуют за него, то после этого он смело может в Кремль заходить и проводить инаугурацию. Поверьте мне. То есть вот никакая там это Росгвардия, никакая там 40 тысяч штыков московской полиции. Вот просто никто к этому не готов. Надо понимать, что это такая инертность мышления и вот это вот такие инертные процессы, которые происходят. Да? То есть что вот Путин наш император. По аналогии с Матильдой. Вот. То есть это совершенно не так. Да? То есть, вот вы послушайте, что эти сотрудники правоохранительных органов о нем говорят дома. Если выйдет там, я не знаю, миллион, два миллиона человек на улицу в Москве, то вот, собственно, они его и изберут. Вот я уверяю вас. То есть, вот это единственный путь его. Прихода к власти. Вот никакого другого пути к власти не существует. Вот они его изберут, все с этим согласятся. И поверьте мне, ни Путин, никто этому не помешает.